Еден на мать 75. 75. Ставка на дамаг. Ну, Лазерекс, шикарно. Это очень хорошо. 4.41, это что это? Что такое 4.41? Это вариант номер 5? 5? Да, 5. Все, сделал. Что-то Брайан не предлагал сделать ивент по Айзеку, типа ХП-голи или Дота-голи. Не знаю, видел ли ты, он сказал, что с модами там можно кто-то придумать, и он получался, кто-то придумал, сделал, и блин, заниматься. Не знаю, я моды вообще не особо люблю, поэтому мне это не особо интересно было бы. Моды это такое себе. Мне кажется, можно и без модов много чего придумать в плане именно ивента. Ну хотя нет, в плане ивента, наверное, не особо, в плане турнира можно много чего придумать. И без модов, ну или с модом только на спидраны, который Racing Plus. Моды это кринж. Моды в основном все очень такие себе в среднем. Там буквально несколько модов нормальных, наверное, на всю игру. Которые хоть похожи на что-то адекватное. Но опять же, стример хейтер модов, поэтому... Что с него взять? Не стоит сильно всерьез воспринимать. Но все упирается в основном, конечно... В то, что надо, чтобы тут кто-то это организовал, очевидно. Чтобы у кого-то была нормальная идея. Или у кого-то была идея, и кто-то эту идею подхватил и сделал. Еще денег при этом дал. Чтобы было совсем хорошо. Но, думаю, этого не будет. В Айзеке еще долго. Тем более в СНГ. Что тут, на самом деле, по-моему, не так много интереса именно. Как что-то, типа, организовать. Не так много человек, кто это может сделать. И тем более спонсоров для этого всего дела. Так. Записали. Почему item description хейтишь? Потому что... Не знаю, мне он не нужен. Я считаю, он... Как сказать? Как это правильно сказать? Он ухудшает игровой процесс. Процесс изучения игры портит, в моем, по крайней мере, видении. Потому что ты сразу видишь, что item делает. То есть ты его даже не взял ни разу в жизни, но ты уже знаешь, что он делает сразу. То есть все item, что ты видишь, ты сразу видишь, что он делает. Это немного, скажем так, ну, портит игру. То есть у тебя вообще нет никакого, скажем так, элемента сюрприза, элемента изучения игры. Не, пилсы пока это понятно, это вообще бред, что он там показывает, как, что там за карта валяется за камнем, типа, что она делает. Это другой вопрос. Это ладно. Просто поначалу, когда ты еще вообще игру не знаешь, лучше играть без ничего. Потом, там, можешь сказать, там часов через, не знаю, там 50-100 можешь уже включать, наверное. Когда ты уже хоть что-то знаешь. Потому что если ты, типа, запустил игру, и ты сразу видишь, что item делает, ну, как по мне, это бред. Но, опять же, стример игрок старый, поэтому, опять же, я играл во флеш, когда даже вики не было, по-моему, никакой особо. Или я не знал, где она была, эта вики. И вот Фоун тоже правильно говорит, в репе контента много. Я играл типа еще с флеша. Во флеше это была все-таки другая была игра. Это было не нас... Надо убиться. Типа во флеше это было проще. Там будет Сакума по-любому еще. Но сейчас, наверное, в репу возможно, если ты играешь прям с нуля, то возможно это до хера делов, прям изучать все самостоятельно. Просто все равно я считаю вики лучше, чем description мод. Потому что ты не будешь каждый это смотреть, скорее всего.
типа, это ты будешь каждый айтем, типа, идти смотреть на Википедию, там каждую карту, что она делает. То есть ты снова будешь больше тыкать сам. И там пытаться понимать, что она делает. Просто в чем еще отличие флеша, там почти все айтемы были, ну, более-менее очевидно, что они делали. Основная масса айтемов. Не все, опять же, но почти все. То есть там все эффекты были более-менее, типа, понятны. Типа, взял триплшот, получил три слезы. Взял нож, получил нож. Взял брим, получил брим. Типа, нахуя там Википедия? В репе, конечно, маленько иная. Ситуэйшн. В репе очень много неочевидной хуйни. И главное, репу невозможно закрыть без Википедии вообще. Это просто нереально. Ты даже там ласта не откроешь без Википедии. Или там этого. Фаготана там какого-нибудь хрен откроешь. Там ачивок штук 15 тоже абсолютно неочевидных. То есть без Википедии играть в Айзека в принципе нереально. Если говорить именно про закрытие файла. То есть ты по-любому что-то будешь подсматривать. Поэтому я говорю, что я не против Википедии, но именно Description мод, по-моему... В моих глазах это перебор все-таки маленько. Именно Description мод. Ну, по крайней мере, сразу с ним играть. Прям с первых, типа, минут. Я бы все же пытался играть без модов поначалу. Если прям заебет, конечно, прям чекать Википедию постоянно, то тогда уже можно пробовать ставить моды. Помогающие играть, окей. Ну и да, типа, даже если ты поставишь мод, ты все равно не будешь знать все синергии, там понятно. То есть там все равно информация не вся есть. То есть там все равно какие-то приколы могут быть. Типа ты не можешь прям все узнать. Там может быть бомбы такие. Эх. А, опять магишн. Второй. Так, у нас ключа нет, это печально. А, оно даже работает на кирку. Серьезно? Смешно. А, я вторую не нашел, я почему-то первую ищу. Я первую это видел. Я троллю. Она здесь. Нет? Вот. А, нет, снизу не может быть. The fuck? А сам говорю, играйте как вам, типа, удобнее. Потому что то, что он говорит, там, я или там кто-нибудь другой, похуй абсолютно, господи. Если вам удобнее с модами играть, то играйте с модами. В любом случае, типа, для казуальной игры, похуй, вообще, хоть как играй. Какая нахуй разница? Там, типа, спидраны, там, стрики, там еще как-то можно доебаться. А, нихуя. Так, говорю, если вы играете для себя, то вообще не парьтесь. Как удобнее, так и играйте в эту игру. Главное, чтобы было в кайф. Остальное, в принципе, не важно. Это плюс дэмэдж. Вот что я вспомнил. Староклод. Прикольная карта. Терзам. Терзу мог задиплить, но, наверное, того не стоит. Блин, я думаю... Чё я думаю? Нихуя я не думаю. Подожди, нет, чё-то я думаю. Я думаю, что... Во-первых, надо добить потом. Играть на Твиче в Айзека нормально, в принципе, это вообще способ лучше играть в Айзека. То есть способ в него не играть, очевидно. Надеюсь, что-то будет... Алабастер не сработает. Алабастер не сработает. Денег нет. Shot speed up.
Наверное, я не хочу диплопию. Да просто два синих. Даже если я возьму Пантора за ХП, это будет 4 синих. Этого не хватает на Алабастер. Блин, я взял, да, все как раз синее. Ладно, это не вариант. Давайте рулить. Ладно. Видимо, это забираем все. Кирка или Дека? Это Кирка. Все же. Обратно можно не идти, да ведь? Обратно можно не идти? На сделку? Ну, типа да, но с другой стороны нет. Второй суп не работает. Второй суп ничего не дает, чат. Его брать не надо. У меня ключа нет, вот что, блядь, печально. Я вроде все обнюхал, ключа нет. Это будет тот самый ран, где нет ключа. Ни одного. Это будет тот самый ран. Ран без ключей. Или не будет. Спасибо за 150 рейст. Окей. Не будет. Тогда я даже могу пойти в item room вроде. Блин, фармить супом неохота, но все равно надо фармить. И не могу в item room скипать. Второй квартир уже не упадет. Правильно. Я его уже видел. Второго он уже не будет. Блять. Быканул. Еще раз быканул. Там. Сука, опять три синих. Опять три синих. Господи, Килберн, ты заебал меня, сука, телепортировать, блядь. Туда-сюда. Нахуй ты меня телепортируешь, блядь. Ебись от меня. Не уходи. Блять, он ушел. Ладно. Я пытался. Так, я открыл, да? Я открыл. Я открыл. Не, я, по-моему, открыл, все нормально. Дверка открыта. Могу себе позволить. Говно. Говно. Говно это говно, окей. Не хочу. 50 чай там. Все, пошли. Надо быстрее проходить этаж, пока суп. Блять, рума с мухами. Рума с мухами, хотя я могу ее скипать. А если кирка есть, я могу скипать руму перед... В смысле, румы до... До ножа. Кстати. Интересная мысль. Можно фармить супы тоже, правда, но мне кажется, это... Дрочно будет делать. Надо руму какую-то найти хорошую. Где прям легко фармить. Да нет, суп, ладно, я... Я знаю, что у меня суп типа на два этажа, поэтому я... Не парюсь. Все равно суп тут долго не выживет. Супу нужен брим или какой-нибудь таких, чтобы он долго мог прожить. Опять поставил рано, наверное. Да, блядь, дай тебя добить. Окей, скорость. Ну вот блохи, да, тут только блох нету. В этом вся и беда. Здорово, Кузя. Так, босса я, наверное, все-таки бить не пойду два раза. Думаю, того не стоит, то упражнение. Стоп, а где зеркало? А, мне еще руму проходить. Ладно, скипать. Можно не проходить.
скипну ее два раза. А Кирка ломает зеркало? Не помню. А вообще у меня лазарь же есть. Чё я боюсь? Даже если умру, то я не умру, по идее. Я их нахуй вообще не вижу, этих ебаных водомерок. Просто вообще не вижу. Проверю. На выходе можно проверить. Только на выходе, окей? Их не на входе. На выходе. На выходе, когда я уже буду снаружи. Все, суп остыл. Суп остывший и невкусный. Отъебись, ебаный костер. Так, суп. То есть нож. Есть что? Нет. Не то, блядь. Это нажал. Так, тест. Ломает. Ломает. Окей. Но это логично. Это в принципе логично. Вот мы и проверили. Да суп я знаю, что остыл. Я говорю, суп это на полтора этажа на стрике. Он никогда долго не живет. За редкими исключениями. Тут тоже нихера не будет, или? Угу, тоже нихера не будет. Куплю хп и карту. Тогда, возможно, я готов на это пойти. Блять, еще раз убиваться. Схрома нету. Не могу купить свинью. Кстати. Я думаю, она окупится. Были красные хп. Красные хп. А, еще бострыми были. Бесплатные. Автомат хороший. Автомат живучий. Тут и двойной был. Окей. Так. Нет, спотик не, пока не перевел. Жду, когда он поломается. Потом переведу. Тринкет забавный на кирку. Блять, как только поломать его быстро. Видимо, никак. Нужен ластик. С этой тринкой. Так, надо убиться. Ура, мы убились. Надо на шипы не наступить нигде. Это взял. Это взял.
Это взял. Это взял. Ну, 5 хп, в принципе, нормально, наверное. 3 бомбы есть, ну уж есть, побежали в Киев Сым. Жалим. Отломать кирку. Прям максимально быстро. Ебаной, как ей нахуй играть неудобно, пиздец. И врагов ужасно пиздить неудобно. А, поломается быстро, я думаю. Тут поломаешь все камни. Нормально. Будет лампочка активирована сразу. Найс. Все. Шикарно. Так, 3 бомбы есть. Купить бомбу, купить ключ. Вообще-то... Нахуй мне этот ебаный смелтер, я лучше мистер Ми возьму. От него это толку больше будет. Что мне подсказывает? Открывай. Оу. Так, ну лазаря прохать больше это, по-моему, смысла никакого не имеет. Больше можно не прокать. В Кёрс я не пойду. Куда я пойду? Тут босс-румы даже нету, серьезно. Блин, обидно. Тогда еще был бы толк от мистера Ми на этаже. Ну, дверь могу взорвать. Кстати, мистер Ми открывает дверь, да, ведь он же ее не бахает, а открывает. То есть он, по идее, за раз я должен открыть. Тут дверь. Или все же он бахнет, подожди. Или все же он бахнет. Я забыл, он то ли бахает, то ли открывает. Может быть, дверь под это... Под бомбу он бахает? А сделки нихуя нету. Что, правда, что ли? Не, все же открывает, окей. Но сделки-то нихера и нет. Ну. Получается, увы. Нету сделки. Здесь здесь не вторая, здесь мейс. А... Или что? Что? Ну тут нет, потому что здесь другая рума стояла. Мне же мейс подсказал, что здесь не может быть секретки второй. А я ему не поверил. Не верю Мейзу. Но зря. Надо было верить. Найс. Да по-любому гриб. Собака. Не гриб. Бля! Кринж. Карт. А, кирки нет. Не украсть карту. Ладно, я думаю, это лучше, чем магишен даже с плюс дэмэджем. Плевать. Короче, не буду я искать вторую секретку. Как-то пофиг. Шли в шахт. Как-то пофиг. Полный маппинг. А, кстати. О! Сейчас доломаем как раз, надеюсь. Это долго ломается. Вообще будем нюхать? Или не будем? Не будем. Будем другого
Идиота нюхать. Я, блядь, тени вообще не вижу. В этом руме. Где он будет, типа, приземляться. Я их просто не вижу. А, я еблан. Ладно. Мухи. Кстати, на Фокс, по-моему, что-то новое пилит вроде. Недавно к нему на стрим заходил. Таблетки. Чё здесь? Ты поздно мне это дал. Ну ладно. Тут можно магаз паролить. Окей, магаз мы, видимо, не паролим. Хотя можно деньги паролить. Если он деньги много даст. По-любому даст. Конечно, дал. Только дал мало денег. Мех. Есть Marbles. Так я про то, что я уже прошел босс-руму. А мог получить там два этому. С этим тринкетом. Если бы мне дали тринкет пораньше. Marbles-то, конечно, есть. Зачем я беру деньги? Ну ладно, зря. Я в музыку? Не, я в музыку не буду. Я музыку слушаю, мне этого хватает. Да и то уже только на стримах слушаю в основном. Ладно, еще в машине бывает. Постоянно. Почему зря? А, деньги беру зря, потому что я их могу паролить во что-то более интересное. Там тройка Dice Room. Она ролит пикапы на этаже все. Ну, типа монеты лучше ролить. У меня деньги есть, тем более все равно. В каком-то объеме. Так, пошли нож соберем. Пока я не забыл. И пока хп есть нормально. Не, слушай, ну типа, блин, стрим это. Это стрим. Тут музыка типа фоном. Чтоб я прям отдельно музыку слушал, такого уже давно уже нет, по-моему. Чтоб прям просто сидишь, типа музыку слушаешь, нихуя типа больше не делаешь при этом. Это все же маленько другой процесс. Хоть почти одно и то же, но все же не совсем одно и то же. Как ни крути. Ванапа здесь нету. Тут никакой анапы нету. Вас обманывают. А, ну это якобы ванапы. Ванапы, да. Ну как бы да, ты же воскресаешь. Спасет, да. Но только от смерти. Ты все еще будешь лост, скорее всего. Если ты типа лост, то ты уже... Если он будешь лост до конца этажа.
Ну, вроде да. Типа, это ж просто, ну, воскрешение. А если ты про смену перса, то ты будешь, да, ты будешь другим персом. Если ты вот лазарян прокнешь, например, чё я нахуй делаю, ебаный долбоёб. Ладно. Запизделся маленько. Ну, короче, все там работает, грубо говоря. Самый сложный босс в игре. Это он. Он долго умер, этот бомб, я думал, он быстрее умрет. Странно. Я буду уверен, что тут бомба его прям сильно уничтожает. Что? Ладно. Ну смотри, это мне даст хп точно, а двери открою бесплатно. А мистер Ми может мне тайтом не отдать. Так что ладно. Мне кажется, это выгоднее. Так, паролить. Вроде так выгоднее было сделать. Еще пароли. На SP так. Там ничего не ролится, правильно? Оно не ролит айтемы. Оно магаз может паролить, именно магаз. Типа то, что не куплено. Магаз может новый сделать. Ну вот. Вот почему деньги не стоило брать. Холсап нашли. Бесплатный. Вроде кайфово. Так, ну ладно. Абадон это хорошо. Абадон это сильно хорошо. Кстати, костры на накирку не ломают, да? Наверное. Скорее всего. На врагов бить ей невозможно вообще. Слишком неудобно. Маленько. Это было опасно. Это было опасно. Ломал. Ну-ка. Вторая часть. Вау. Как бесполезно это оказалось. Удачи. А, ладно. Чуть полезнее дали сундук с хипем. Так, он срет, не надо срать. Блин. Что-то выбился.
Я тоже думал, типа, ну что делать, вроде ни хера он не делает. King Baby на Robo Baby 2.0. Скука. Ладно, бомба. Ладно, все проверить. Вкусно. Вкусненько. Нихуя я протащил. Такие ел? Ну, такие еще не ел. Я такую ел. Я теперь забыл, куда я шел. Бля. Снизу был босс? Не был. Может быть здесь. Ура, нашел. Ура, самый легкий босс гиены. Блять. Я сказал самый легкий. Почему я получаю полный демедж? Что-то пошло не так. Унижение. Это... нет. Тащи. Молодец. Хороший мальчик. Притащил. Что спит большой, все хорошо работает на любой тирс билд. На абсолютно любой тирс билд. Нормально работает высокий шот спид. Так, по-моему, я не хочу эту руну проходить. Она мне вызывает рвотный рефлекс, как и весь альтерал с этими ребусами. Та-ра-та-там. Так, кирка же. Не дали ластик. Да кирка нахуй уже бесит не пользоваться. Чтоб лампочку прокать. Заебывает. Иди нахуй. И пиздец, как неудобно врагов убить. Ты ебаной киркой. Листали. Карта. Карта. Я знаю, что он говорит, но это меня еще быстрее с ума нахуй сведет. Бегать туда-сюда, как умалишенный. Лучше хоть что-нибудь делать полезное между делом. Это отдаленно полезное. Я не был в магате. Ладно. Видимо, не очень и надо. Там был плохой магазин. Слушайте, душа трахает. Мне нога трахает. Дуалити. В трэше. Может быть, нигде не был. Но уже и не важно. Да на самом деле похуй. Думаю, с перксом это уже проходится и так, с закрытыми ногами. Как меня это задевает? Я нахуй реально ослеп, походу. Вот это я вообще такое не умею душить. Это самая ебанутая атака вот, такого сердца. Блять, ускоренная залупа. Ненавижу эту атаку. Такая неудобная. Почему только у нее такая атака есть? Таких атак больше ни у кого не помню. Таких странных. Хотя, может быть, у Мегастена есть во второй фазе. Там всякого говна навалом. Может, там похожая атака есть.
Где-то на короткий этаж. Тут камней много. Только нахера их взрываю, потому что этот уебище не будет подойти. Ладно. Это дикий ум. Так, ладно. К этим тоже не подойти. О, камни. Они ссутся, ебаные эти твари ссутся под себя. Я опять забыл, что они, блядь, ссутся. К ним тоже ни хуй подойдешь. Твари, которые ссутся под себя. Какой же мерзкий этаж. Тоже никому не подойдешь, нормально в ебало не дашь. Просто обоссут. Бомбы. Это, по-моему, самая такая мерзкая у химеры. С этой мухой она очень быстрая и противная. Блять, промазал. А, она меня испугалась. Оно боится. Лазарус. I had Lazarus Rex. That's my story item. That's why I'm Lazarus. Вернул хп обратно. Окей. Okay. Удобно. Так, куда мы идем? Тут надо пофармить. Кирка. Тут боссы будут уебанские, да? Тут будет Скурдж по-любому. Ладно. Попробуем. На, видимо, Химера и Скурдж. Сейчас, думаю, потеряю больше, чем получу с этого движа на втором боссе. Да поломай ты эту хуйню уже, господи. Наконец-то. Оно вот так делает, да. Это редкая атака. Я эту атаку вижу, по-моему, второй раз за год. Оно вот так умеет делать. Смешная атака. Я-то прям реально вообще эту атаку никогда не вижу на этом боссе. Такая редкая срань. Карусель! Карусель! Карусель. Класс. Вот такие быстрые атаки. Я, блядь, не реагирую на такую. Это самая легкая атака, наверное, у него. Плюс его бить можно, пока он эту хуйню делает. Вау, как это было полезно. Как это ебать стоило того? Релакс. Теперь кирки нет, блядь, теперь я не могу убежать. Вообще было выгоднее тупо бежать, наверное. Не ебать мозги. Типа бежать до матери, там уже добить кирку. Это было, наверное, более умное решение, чем то, что я тут сделал по итогу. Дорога хуй насколько еще идти буду до матери. Ладно, вроде уже не сильно далеко.
Ну, с вейфером. Я думаю, даже без вейфера нормально будет. На мать, по-моему, этого хватает билда. Здесь. Они за мной тащат, вернее, ко мне тащат мою бомбу. Не надо этого делать. Сраные абортыши. Белая. Окей. Это было еще более тупо. Я близко встал. А, ладно, у меня DPS больше медленно. Или может быть из-за бомб. Мистер Ми... Ой, блять, уже лень. Ну ладно. Он за ней не убежит, наверное. Он сейчас, наверное, пропадет, когда она будет бегать от стены к стене. А не, ты ее заклинила, подожди. Все, одна атака. А, не, вспомнил. А, не, нет. Не исчезает. Блядь. Нет, айцков не увидим. У меня хороший билд оказался по итогу. Неплохой. Вот опять меня, походу, косоглазил какой-то нахуй на этой атаке. Вроде казалось, что я стоял нормально. Видимо, нет. Либо я просто сам бегу в эту слезу. Не вижу, что я прям на нее бегу. Может быть. Типа, которые слезы остаются на экране, в них просто бегу. Лбом. Много спамят сегодня. Эти свои лесенки. Ну-ка. 75. Гегем.